Здравствуйте, родные мои, кто нам не рад, тоже здравствуйте. В этом видео я расскажу такую глупость великую, что нам впихивают. Пример. Школа. Вася, луна повернута к нам одной стороной и делает оборот вокруг своей оси. Мария Ивановна, а как она одной стороной нам всегда повернутая и крутится вокруг своей оси? Что-то я не соображаю нифига. Понимаешь, Васечка? Вот тебе пример. Вот представь, это луна. Вот если бы она не крутилась вокруг Земли, вот так, вернее, не делала обороты, то получилось бы так, смотри, вот она смотрит на тебя, и вот смотрите, вот, видишь, вот так. Видишь? Она-то не делает оборотов, видишь? Не делает оборотов. А мы бы на Земле видели бы все ее стороны. Все бы стороны видели ее. Понял? Поэтому луна делает оборот вокруг своей оси всегда. Понятно? Понятно, Мария Ивановна? Так вот, родные мои, нифига не понятно. Глупость великая, обман. Это что получается? Вот есть такой праздник Новый год, и мы все ходили хороводом вокруг елочки. Вот представьте, елка — это земля. А мы с вами, которые ходили вот с ребятишками, маленькими еще были, держали за руки хоровод вокруг елки. Мы луна. Вот одной стороной передней мы повернуты к земле, к елочке. Всегда. И вот ходим вокруг елочки, делаем обороты. Это что получается? Мы все держать за руки, все, делаем оборот, каждый из нас, вокруг своей оси. А вот теперь представьте, что вы наоборот смотрите вот на Марью Ивановну, на воспитку. А в каждом дурдоме есть воспитатель. Да вы смотрите на своего воспитателя и начинаете так вот ходить. Вот так. Рвете. И поймете, что вот в этот момент вы делаете оборот вокруг своей оси. Еще доказали, что луна не вертится. Вспомните такой механизм, такая, где доказывают там, что времена года, ночь, день, что там такой механизм, земля крутится, ось такая кривая у глобуса, крутится так криво. И поворачивается к солнышку, то жопой, то головой поворачивается. И луна вертится в это время. Там затмение показывает луны, там полнолуние он показывает, все. Так вот шарик, вот этот шарик. Земля крутится, вот так крутится, вокруг солнца крутится, лампочки. Все шевелится. А луна просто крутится, а шарик просто нанизан. Шарик, луна, и даже не шевелится. Луна не делает оборотов вокруг своей оси. Это полный обман. Ну все, родные, подписывайтесь, лайки, дизлайки, комментарии. До свидания, родные.